Туризм и гостеприимство без границ. Международная научно-практическая конференция под таким названием стартует в нашем регионе уже завтра. В ней примут участие как наши ближайшие соседи из Ярославля, Владимира, Костромы, так и дальние из Санкт-Петербурга, Саратова, Уфы и Сочи. Среди иностранных гостей делегации из Италии, Дании, Турции, Польши и Вьетнама. Инициатором конференции стал Ивановский государственный университет. Если мы хотим быть интегрированы в мировую образовательную среду, мы должны просто поддерживать международные контакты. Невозможно ведь научиться плавать, если ты постоянно находишься на суше. 10 лет тому назад, в общем-то, мы поняли, осознали, что наступает совершенно новый, иной качественный этап. И мы должны перейти от каких-то разовых таких взаимодействий с европейскими и североамериканскими университетами к налаживанию просто постоянного, непрерывного взаимодействия по широкому спектру проблем. Цель конференции – обобщить и распространить опыт развития индустрии туризма и гостеприимства, определить мировые тенденции этого рынка. Площадкой для первого дискуссионного дня станет ПЛЁС – Центр развивающегося ивановского туризма. Пройден первый этап, мы подошли к качественному скачку, когда мы должны превратить наши усилия по развитию инфраструктуры туристического бизнеса на территории региона, главной отправной точки, которой является ПЛЁС, жемчужина нашего региона, и использовать, во-первых, получить, проанализировать, адаптировать опыт иностранных специалистов, участников этой конференции к нашим условиям, попытаться его приумножить, как-то модернизировать. В течение 3 дней ведущие мировые эксперты в нашем регионе будут обсуждать проблемы и возможности туристического рынка. Этот опыт должен помочь и Ивановской области, ведь для туризма и гостеприимства не должно существовать границ. Наталья Романова, Олег Милехин, РТВ Иваново.